Одна из сильнейших команд столицы нашего района, города Одинцово, футбольный клуб «Олимп», в любом матче чемпионата считается фаворитом. Но и сборная «Горок» соперник сильный и традиционно неудобный. С самого начала встречи олимповцы захватили инициативу и ушли на перерыв с комфортным для себя счетом 4-1. Однако говорить о том, что игра в первом тайме уже сделана, было рано. В прошлом сезоне мы дважды выиграли у «Горок». В позапрошлом сезоне был 1-1. Так сказать, в позапрошлом сезоне мы также играли в финале Кубка с «Горками». И там нам не повезло. Команда «Горок» стала обладателем Кубка Одинцовского района по футболу. От этой игры сегодня будет очень зависеть многое, всего лишь второй тур. Но в дальнейшей раскладке это будет уже означать, кто будет лидировать. Потому что, ну, в первом туре как мы одержали победу над Голицыным, так и «Горки» одержали победу над «Жаворонками». После перерыва рисунок игры изменился. У «Олимпа» был удален один из ключевых игроков обороны Алексей Бармоткин. Хозяевам поля пришлось перестраиваться прямо по ходу матча. Впрочем, и защите, и средней линии удалось выстоять и продолжать постоянно тревожить гостей острыми контратаками. Обе команды продемонстрировали хороший комбинационный футбол и доказали, что находятся на старте чемпионата в отличной спортивной форме. Наша команда всегда борется исключительно за первые места. Вот, любое место, кроме первого, для нас – это поражение. В том году мы стали серебряными призерами первенства Одинцовского муниципального района. Вот, в этом году мы хотим реабилитироваться, потому как в позапрошлом году мы все-таки были чемпионами, и хочется вернуть нам этот титул обратно к нам на родной второй завод. Итоговый счет встречи подтвердил прогнозы. Хозяева одержали непростую, но уверенную победу со счетом 8-4. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».